вообще все, идем записывать последнее видео. Так, кроется. Убивать кроется. Марина, блядь, сибись. Сибися! Я уже записывал 8 секунд, все. Так. Наверное, я впервые пройду чью-то миссию. Точнее, чью-то игру. Потому что... Тебя, кстати, не кусали у меня, потому что у меня резаком висит. Ты это кот твой укус? Да нихуя, оно чешется, это укус. О, бля, сейчас, короче, тебе очень крутую историю. Помнишь, я с Лешей разговаривал по телефону? Ну, у которого куча анализов. О, капец, я тебе... Жесть, я тебе покажу. Но сначала мы должны с тобой обсудить эту штуку. Ладно, но сначала я должен пройти босса финального. Ну что, мужики, убейте кроица. Блять, интересно, в каком он костюме будет? А, не, я понял, меха машина кроется, сука. Ну как знал, блять. Пиздец. Да ну я не хочу туда идти. Ну я же знаю, что меня ждет. Ну блять. Открытая площадь, все понятно. То есть вас, блядь, не пугает огромный механизированный робот, в котором сидит Кроиц? И как мне... Ага. Что, блядь? Так, а как это убивать-то его нахуй? Цена биткоина постоянно меняется. И вы можете торговать им независимо от тренда. Да, я хочу. К вашим услугам лучшие торговые инструменты и уникальные условия торговли. Время торговать биткоином. Торговля CFD на биткоин всего в один клик. В России она запрещена. Trade for more. Да нет, спасибо. Воздержусь. Сука. То есть мне в него просто стрелять?
такими большими буквами написано солдат. Блять, я вот. Нет, спасибо. Блять, а хуй его знает, как его убить. Ты уже все? Ну ладно. Блин, а я не знаю, как этого пиздюка на убить. Кроется. Он в конце тоже должен волком стать, да? Ну, логично. Странно. Сука, это как так? Как тебя убить-то, блядь? Ну и как тебя убить-то, пидорас ты? Ну ты мне объяснишь, как? Ебать, женщина хоть что-то в этой жизни может сделать. Заебала реклама. И заебала шерсть твоего кота. Побри его, блин. Да отвечай, я его, блядь, не принес заплатить 1000 рублей и на стрижку этого пидораса мелкого. Интимно. Да, блядь. Кота постричь, не киску твою. Никогда не понимал интимных стрижек. Что это вообще? Что это вообще такое? Куда стрелять? Куда, блядь, стрелять? По ногам? Может, не в ноги? Просто, блядь. Вот хуй его знает, куда его стреляю. И умер. Вообще без понятия. Умер? Угу. Так когда с женщинами живешь, блядь, охуеваешь. Ты со мной не живешь. Да слава богу. Нет. Да. Вот бы карантин не был. Назови хоть одну причину жить вместе с кем-либо. Обниматься ночью. Не знаю, мне самому хорошо. Мне с тобой хорошо. А вот это вот женские сопли. Babe, it's easy. All you gotta do is play Puppy Town. This game is 100% legit. You can win real money. I'm talking $2 million a week. So stop what you're doing. Check out this game. Download it. Play a few practice runs. You're gonna love it. Check it out and let me know what you think. Да нахер мне устанавливать вашу, блядь, Пеппи? Puppy Town. Казино игра.
Ёбнулись, что ли? Зато веселая. Что? Зато веселая. Вот это? Угу. Нет, не сказала. Ну, прикольно. Блять, вот какие-то пидорасы. Угрохать. Что я взял? Подожди, я что взял? Я взял какие-то боеприпасы. Чтобы освещение получше было, вообще я понял, что его просто херачить очень долго нужно. Без слабых зон. А ты пушистая жопа. Чего ты возмущаешься? Угу. Истеричка. Да. Сейчас он все перевернется. Да нет, не перевернет. Я же с ним для этого складывала. Максим уже не может перевернуть этого месяца. Ну и короче. Нахуй ты это делаешь? Что ты делаешь? Шейкер. Шейкер. Вот что он делает? Уходи. Капец. Сколько тут этих солдат? О, нет, без варианта вообще. Ладно, пойдем в следующий раз.